История Карла Ивановича. Я был несчастлив еще в чреве моей матери. Das Unglück verfolgte mich schon im Schoße meiner Mutter. В жилах моих течет благородный кровь графа фон Зомерблат. Meinen Adern fließt das edle Blut der Grafen von Sommerblatt. Я родился через 6 недель после свадьбы. Муж моей матери, я спал его папенька, был арендатор у графа фон Зомерблатт. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Йохан, 2 сестры, но я был чужой в своем собственном семействе. Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie. Когда брат Йохан делал глупости, папенька говорил с этим ребенком: «Карлу, мне не будет минуты покоя». И меня бронили и наказывали. Когда сестры ссорились между собой, папенька говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик». И меня бронили и наказывали. Одна моя милая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл, пойдите сюда, в мою комнату». И она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл, — сказала она, — никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька: учись хорошенько и всегда будь честным человеком. Бог не оставит тебя». И я старался, но вот в 1796 году была назначена конскрипцион. Все, кто мог служить от 18 до 21 года, должны были явиться в город. Папенька, брат Йохан, я поехали в город, пошли бросить лос. Кому быть солдат, кому не быть солдат. Йохан вытащил дурной номер, он должен быть солдат. Я вытащил хороший номер, я не должен быть солдат. И вот папенька сказал: у меня был единственный сын, и с тем я должен расстаться. Я взял его за руку и сказал: «Зачем вы сказали так, папенька? Не говорите, что у вас был единственный сын. У меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я это слышу. Йохан не будет солдат.
Карл здесь никому не нужен, Карл будет солдат. Вы честный человек, Карл Иванович, сказал мне папенька и поцеловал меня. Du bist ein braver Bursche, sagt mein Vater, und küsste mich. Ja. Ihr Bell-Soldat. Oh, тогда... Тогда было страшное время, Николенька. Тогда был Наполеон. Он хотел завоевать весь мир, и мы защищали свое отечество до последней капли крови. Und wir verteidigten unser Vaterland auf den letzten Tropfen Blut. Я был под Ульм, я был под Аустерлиц, я был под Ваграм, Ja, ich war bei Wagram. Bei Wagram Napoleon загнал нас на остров, окружил со всех сторон, так что никуда не было спасения. Мы стояли в воде по коленке. Злодей Наполеон не брал, не пускал нас. Der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und nicht freilassen. На четвертые сутки нас... Слава Богу, взяли в плен. И вот 9 лет в плену. 9 лет чужой страна. 9 лет я не видел своей маменьки, не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в корт, я спрашивал, где живет Густав Маур, который был арендатором графа фон Зомерблат. И мне сказали, граф Зомерблат умер, а Густав Маур живет в большой улице и держит лавку ликер. Я одевал свой новый жилет и отправился в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Марихин сидела в лавке, спросила, что мне нужно. Я сказал, можно выпить рюмочка ликер. И Марихин сказала, «Фатер, молодой человек просит рюмочка ликер». И папенька сказал, «Подай молодому человеку рюмочка ликер». Я сидел подле столик, пил своя рюмочка, курил своя трубочка, смотрел на папеньку Марихин, Йохан, который тоже пошел в лавку. Между раскофором папенька сказал, вы не знаете, молодой человек, где стоит теперь наша армия? Я сказал, я сам иду из армии. Она стоит под Левин. Наш сын, сказал папенька, был солдат, но вот 9 лет он не писал нам, мы не знаем, жив ли он или умер. Моя жена всегда плачет о нем. Я курил свою трубочку, спросил, как звали вашего сына? Где он служил? Может быть, я знаю его. Его звали Карл Мауэр, он служил бы Остершен Егер, сказал папенька. Он был высокий ростом, красивый мужчина, как вы, сказал сестра Марихин.
И я сказал, я знаю вашу кару. Амалия, сказал фон Мальман фатер, пойдите сюда, здесь молодой человек, он знает нашу кару. И моя милая маменька выходит из задней двери. Я сейчас узнал его. Вы знаете, наша Карл, он сказал, посмотрел на меня весь бледный и задрожал. Да? Я знаю его, я сказал, не смею поднять глаз на нее. Сердце у меня пригнуть хотел. Карл мой жив, сказал маменька. Где он, мой милый Карл? Я бы умерла спокойно, если могла еще раз увидеть его. Но Бог не хочет этого. И он заплакал. Я не мог терпеть этого. Маменька, я сказал, я ваш Карл. И она упала мне на рук. Но Богу не угодно было, чтоб я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастье. Das Unglück verfolgte mich überall. Однажды в воскресенье я сидел в кофейном доме, купил кружку пива, разговаривал со своими знакомыми про император Франц, Наполеон, про политик. Каждый говорил свое мнение. Вот у нас сидел незнакомый человек в сером оберок. Он курил свою трубочку, ничего не говорил с нами. Рахте sein Pfeifen und schwieg still. Когда Нахвектор прокричал 10 часов, я заплатил деньги и пошел домой. Полночь кто-то постучал в дверь. Кто там? Macht auf! Скажите, кто там, я отворю. Sagte er selbst, werde aufmachen. Macht auf im Namen des Gesetzes, das also wäre, ja. Отворил. Двое солдат с ружьями стоял за дверь. И в комнату вошел незнакомый человек в сером оберок, который сидел подле нас в кофейном доме. Это был шпион. Да, es war ein шпион. «Пойдемте со мной!» – сказал шпион. Я одевал сапоги и панталон, надевал подтяжки, сердце у меня кипело. Я сказал, «Подлец!» Когда я проходил мимо стенки, где висела моя шпага, я вдруг схватил и сказал, «Ты шпион! Защищайся! Du bist ein шпион! Verteidige dich! Ich hab ein Hieb налево, ein Hieb направо, и один на голову!» Шпион упал. Я схватил чемодан, деньги, прыгнул в окошко. Их нам менмантаться, он будет в шпангтум фенстер хинаус. Я перескочил через канав и пустил. Ich kam nach Ems. Там я познакомился с генерал Сасин.
Он полюбил меня, достал мне паспорт, взял меня на Хрусланд учить детей. Когда генерал Сашин умер, ваша маменька позвала меня к себе и сказала: «Карл Иванович, отдаю вам своих детей. Любите их, и я никогда не оставлю вас. Я успокою вашу старость». Теперь ее нет, и все забыто. За свою 20-летнюю службу я должен теперь на старости лет идти на улицу, искать свой черствый кусок хлеба. Но Бог сей видит и сей знает, и на сей его святое воля.